Друзья, братья по оружию, всех приветствую. Информация для всех, кто следит за судьбой фильма «Окропленные», всех, кто поддерживает, помогает его созданию. Важная новость. Фильм «Окропленные» принят кинопрокату. Мы получили согласие от кинопрокатной организации «СБ-фильм» на осуществление проката фильма в кинотеатрах по всей территории России, СНГ и Балтии. О чем это говорит? Что это дает? Это говорит о том, что у фильма огромный потенциал уже сейчас на стадии сценария, на стадии предварительного тизера, который мы сделали. Фильма еще нету, но кинопрокатная организация уже дала согласие. Вчера было получено письмо официальное от этой кинокомпании, от этой прокатной компании. Вот. Они в письме написано, что фильм обладает огромным потенциалом, имеет большую важность для страны, и они готовы уже сейчас взять этот фильм. Вот. И понятно, что официальный договор будет уже заключен после того, как фильм будет снят, но уже сейчас это дает, говорит о многом. И это в первую очередь сигнал, можно сказать, сигнал, знак тому же фонду кино, который, видев это, он понимает, что фильм имеет потенциал хороший, и фильм уже готовый взять. То есть он уже не провалится, потому что нередки бывают случаи, когда кино снимают, а потом ни одна из прокатных организаций его не берет, и фильм проваливается. С «Окропленными» такого уже не произойдет, и уже сейчас, и это имеет большое значение для того же фонда кино и Министерства культуры. Вот, поэтому вот такая новость, это очень серьезный шаг, очень серьезное достижение для проекта. Вот, но и вчера документы в фонд кино мы подали, как раз ждали до последнего вот это письмо. Письмо получили уже, можно сказать, в последний момент, в последний вагон запрыгнули. Вот, но тем не менее, опять же, 30% мы пока так и не имеем. После последнего моего видео поступило, ну, наверное, около 100 переводов. Люди помогают. Я очень вам благодарен, друзья. Огромное вам спасибо за это. Вот. Но этого очень мало. Очень мало. Там 30% не пахнет. Вот. Поэтому я прошу всех, кто неравнодушен, кто понимает, что этот фильм нужен стране, России нужен, людям нужен, подрастающему поколению нужен. Вот, я прошу не оставаться в стороне. Вот, и пускай вы не можете там 1000 рублей дать или там больше, там каждый дает столько, сколько может. Вот, даже если у вас всего 100 рублей есть, перечислить эти 100 рублей. Опять же, говорю, если бы каждый, кому понравился тизер, а это больше 1 000 000 человек, каждый по 100 рублей бы перечислил, мы бы собрали большую часть бюджета уже. Вот. К сожалению, люди остаются еще в стороне по каким-то причинам. Я прошу вас не оставаться в стороне, если вы неравнодушны к этому фильму. Всех, кто помог, уже оказал помощь, я прошу делиться этой информацией, не просто, потому что нужно охватить всех, вот, нужно охватить максимально всем. Рассказывайте друзьям, пересылайте им видео тизера, видео с моим призывом, объясняйте ситуацию, призывайте друзей тоже участвовать, вот, потому что, ну, как раз таки, вот, люди некоторые и сами помогают, потом друзьям пересылают, друзья тоже начинают помогать, вот, потому что, ну, не все знают об этой акции. Поэтому я вас прошу,
Вот. Участвовать, продолжать, оставаться в стороне. Еще раз огромное спасибо всем, кто оказал помощь, всем, кто окажет помощь, всем, кто поддерживает проект всячески. Огромное вам спасибо. Этот фильм состоится в том числе благодаря вам. Все, еще раз всем спасибо. Всем всех благ, берегите себя. Слава спецназу, смерть террористам, мы победим.